Тебе не кажется важным отказ от алкоголя и наркотиков? Ну, все не так просто. Что тут сложного? Они вызывают зависимость. Наркотики ведут к смерти. А также поддерживают экономику США. Я сказала тихо. О чем ты говоришь? Вы слышали о валовом внутреннем продукте? Это сумма всех потраченных денег. Да, я знаю, что такое ВВП. Я бы обязательно подписала, если бы тут говорилось, вот бы наркозависимости не существовало. Но она существует. Люди зависимые. И чтобы принимать наркотики, людям надо их покупать, так? А наркоторговцу надо кормить семью. Они ни при чем. Им нужно есть. Джона, давай ты. Им нужны дом и одежда. А семье нужна машина. Есть даже теория, что только наркоденьги и предотвратили коллапс мировой экономики в 2008-м. А 350 миллионов наркодолларов пошли на мосты, дороги, здравоохранение, наверное, школы тоже. Может, даже на вашу. Не мог бы ты выйти на минутку? В каком-то смысле он прав. Понимаю, это неприятно слышать.